Рассада хосты гибридной White Bikini обладает средними габаритами по величине и нравится садоводам из-за своей раскидистости листьев, их равномерного течения, правильной овальной формы, цветения и, конечно же, двухцветной структуры листьев. Они окрашены одновременно в два оттенка зеленого, темный и светлый. В летний период растение цветет и выбрасывает соцветия, по виду напоминающие колокольчики белого цвета. Единственная проблема в уходе за ними заключается в необходимости постоянного орошения почвы и посадки только на затененных участках сада. В остальном же растение очень живучее и легко справляется с плохой погодой и климатом. Хоста гибридная White Bikini – это многолетнее растение высотой 40-50 см. Цветок лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 90 см в диаметре. Хоста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. Расцветает хоста гибридная White Bikini в месяц июль-август. Цветок окрашен в фиолетовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме сердцевидный. Весенняя окраска листочков темно-зеленая середина и ярко-желтая кайма. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.